С 9 по 10 сентября в Новосибирске пройдет международный турнир по греко-римской борьбе «Мемориал Героя Советского Союза» Александра Аксенова. Примут в нем участие и кыргызстанские борцы. Это воспитанники СДШР имени Ратбека Санатбаева. Сегодня состоялись проводы спортсменов. С приветственным словом к нашим борцам и тренерам обратился директор СДШР имени Ратбека Санатбаева, заслуженный мастер спорта Кыргызской Республики по греко-римской борьбе Канабек Жолчубеков. И албетте биз дагы как жетекчи катары биз Бишкек шаарынын мэрине, вице-мэрине кошо-кошо ыраазычылык билдиребиз, себеби каржы булагы ошол жактан берилет. Анан чогултканыбыз себеби ошо силер көрөлү деген максатта. Анан көңүл деле тааныйм. Анан эңеси ийги калайм. В состав нашей команды вошли Камилжан Улу Азамат, Талайбек Улу Автандил, Абдулла Анарбаев, Абдулазиз Аскербеков, Абдулла Маматов, Максатбек Улу Рискилды, Куттубек Урбаев, Орункул Улу Бекзат, Аркит Аразбеков, Арлан Манатбеков, Роман Ким и Бактияр Женишев. Тренеры Ушуров и Абдымажит Улу, судья Усенов. Этот турнир очень сильный, как сам Каныбек сам боролся в финале. Поэтому туда ехать это не прогулка. Ехать надо с настроем, чтобы привозить медаль обязательно. Поэтому это ваш тот же старт, который вам уже запланировали. Все это подготовлено к тому, это все запланировано. Ваша же работа на сборах, чтобы вы выплеснули перед чемпионатом Кыргызстана, вам тоже стартануть надо. Это тот же турнир, все подготовка этапно идет уже к чемпионату Кыргызстана. Поэтому давайте настройтесь, а там дальше больше уже там. Поэтому завтра выезд, поэтому благодарим наше руководство, что у нас все вовремя, билеты мы взяли, нас командируют, хорошо там нас встречают, нам хоть проживание сделали за счет знакомства друзей, поэтому давайте удачи вам всем. Также к спортсменам обратился заслуженный тренер Кыргызской Республики, личный тренер чемпиона мира Жаламана Шаршынбекова Хаким Махмудов. Аллах тағала нәсіп қылып біздің Қырғызстанда барған осы асманға көтерді. Жалаң еле орта азияда емес, мировой аренада жақсы көрсеткіштер көрсетіп тұрмыз. Күш қуат берсін. Жеңісменен қайтып келгенде біз осы жеңісменен келгенде атас олардың алдында. Желаем нашим борцам удачи и побед на новосибирском ковре.